Так, ну все, отправляю гонца на Москву, чтобы в транспорте тебе там этот штраф не выписали. Так, Гуччи, все, пока. Все с удовольствием села, пошла. Довольная, да? Все, молодец. Все, если что, это, Саша, телефон я тебе скину, давай. Не прошло и... Да хрен знает, сколько прошло. Очень, очень долго мы сюда добирались. И вот мы приехали в Конаково, ГРЭС, сброс воды. Время 10, поэтому темновато. Выглядит эпично. Дикими места не назовешь. Здорово, парни! Здорово! Не видно. Наша лодочка доехала до воды. Стоп, вот сюда. Нам моторы качать. Давайте мы распаковываем. И давай я буду. Это насос. Время 22:40. Сейчас начнем накачивать нашу лодочку. Фактическое время немножко отличилось от расчетного, поэтому немножко запаздываем. Потеряло. Время 22:57. Лодочку мы предварительно накачали. Сейчас ее понесем. Машина. А я пока буду докачивать лодку и устанавливать остальные прибамбасы. Барахлишко погружено. Что делать? Сейчас откупорим. Это плохо, он всасывает будет лодку. Течет. Я знаю, что он течет. Ну, текло. Сейчас открутим. Дойдем. Ну что, мы накачали нашу лодочку. Плохо накачали. Плохо накачали. Кэп ругается. И сейчас мы ее выводим в первое плавание. Время у нас 0.12. Фактическое время немножечко отошло от расчетного. Ну, не важно. Мы погнали. 15, и мы выходим в воду. Вот там наш берег. Сейчас отгребем чуть-чуть на весла, чтобы тут не шуметь. О, и там уже заведем мотор. Это самое какое. Не в этой. Сейчас даю кучу. Это тебе не то. Это тебе не в этой какого. В Уфимке сидеть. Там, где вообще, извините, пожалуйста. Тут можно табуном ездить. С берега нас провожают лягушки. Сейчас отплывем чуть-чуть подальше и заведем лодочку. Саня подключает Питалова. На нейтралочку главное поставить. Простояла полгода и завелась, как нифиг делать. А как так сразу струя пошла? Андрюха сказал, струю будешь дергать там 25 раз. Слушай, себя про дергаешь. Там непонятно, когда что и как. Потому что это Ямаха. Смотри, струя же идет. Я не вижу заклаждения. Да, сикает он. Дует и парит. Сейчас он чуть-чуть как погонит. Сейчас прогреем движок. Посмотрите на это счастливое лицо. Давно ждали. Дошло письмо до Дедушки Мороза. Сколько лет мечтал. Ну, после бочки в Yamaha Service Center тест. Первый запуск вперед. Так, резко не дергай, а то я не держусь. И она так и пошла. Фух. Все, дальше не снимаю, а то держаться надо. Ну, до встречи завтра. Ну, здравствуй, честная компания. Где тут можно весла просушить? Время 2:50. А у нас солнцестояние почти. И я только сейчас увидел, что рядом со мной повесил гамак кто-то еще. На телефон плохо видно, но уже в
вполне можно читать. Еще не трех, но уже настолько светло, что видно абсолютно все. Телефон не передает. Мы стоим вот на таком шикарном острове. Там вода, тут вода. Это маленький островок. Ну вот время 3 часа ночи. У нас уже светло, потому что солнцестояние. Вот наш лагерь. Время 3:16. 18 июня. Как-то надо лечь спать. Но уже светло, и спать вообще неохота. Через 2 часа, через 3 уже будет жарить солнце. Я не представляю, как я буду спать. Но надо попробовать. А завтра, завтра... Вот здесь вот мы будем купаться. Можно и сегодня, точнее сегодня. Но надо спать. Там даже кто-то гамак рядом развесил. Китайский, правда. Фу. Завтра посмотрю. Вот оно что. Отечественное производство. Не хухры-мухры. Завтра сравним. Посмотрим, что как. Все, спокойной, точнее, доброго утра. Такая кроватка на берегу Волги, тоже ничего. Тепло как никогда. Первый раз в таком тепле я ложусь спать. Обычно на вылазках я в это время уже просыпаюсь. Но сегодня так получилось, что сегодня что я засыпаю уже на рассвете. Ой, какой птиц огромный. Попробую поспать хоть немножко. Завтра будет насыщенный день. А ну повернитесь. Гучик, открываешь сезон? Ладно. Мне кажется, у меня шерсть даже намокнуть не успеет. Да я не буду их кунать. Если намокнет, сохнет, будет плохо. Чего такое? Ежикомордная собака. И вот так вся эта история выглядит днем, при свете дня. На острове Вороний приехали мы вчера с Гучкой. И Гучка тоже хочет поплыть на лодке, да, Гучка? А вот и лодочка. Красавица нарядная. Ох, горячо. Гучка. Ты на ком за ним стоит? Ты так хочешь сидеть? А это что, по скорости? Какая? Вот. Это тахометр, оборот. Ну-ка, насыпь ей.
Ну а вот и старт по дню. Кэп завел мотор, сам завелся. И выходим мы на воду. У-ху! Вот чешет, а? Да, обалденно! На борту у нас диверсия. Вот. Сомалийские пираты. Да-да-да. Электростальские пираты. Вот, чека надета, все, если что, она слетит. Вот. Теперь да, дергаем чуть-чуть вот этот. Нейтраль. Да, нейтраль. Вот этот бери, который шнур чуть-чуть высуни его сантиметров на 5, а потом продерни. Дергай. Это тебе не себя просто. С полтыка вообще, ну, просто. О чем речь? Теперь этот вперед. Вот это? Да, это. Сильнее, сильнее, не бойся, резко. Ну и все, и румпелем чуть-чуть. Тёмыч, она будет сейчас это самое, как вот, чуть-чуть вверх вставать. Ты не бойся, она потом плюхнется обратно в воду. Не, ну... Так давай в ту сторону. Ну, ты чуть пройдешь вперед, и потом это самое, как вот туда. Ну, попривыкни. Я тебе буду есть что показывать. Вот, короче, X-River Bot 355. Так, телефон. Точно не для этого. Ты же не в кресле. Ну, ехать-то будем? Только давай сейчас чуть поправее будем брать, чтобы по этому же пути не пройти адскому. Пойдем вот так пошире. Да, да, да. Я говорю, только в ту сторону не уплывай, там Надюха-то одна. Вот они, просторы Иваньковского водохранилища, оно же Московское море. Волга-матушка. А как тебе звук? Нет вот этого дребезжания. Да вообще как-то мопед работает, а гребет. Что, левее возьми. А то вот штука какая-то. Левее, левее. Левее, левее. Погоня за браконьерами.
на котором мы живем. Там тебя не слышно будет все равно. Да. Давайте голожопой. Кнопочка красная. Только левее возьми. Все. Кнопочку красную нажимай. Нажимай, нажимай. Красная кнопка. Вон красная кнопка, нажимай ее. Да, это тебе да! Кто тут голожопый? Ты что, снимаешь? Да. Молодец. Молодец. А где Линка-то? А Линка, подожди, я тут потом сейчас. Ты не уважаешь? Слушай, Санек. Че? Че ты там говоришь-то? По звуку вот просто жужжит, как мопед какой-то, а прет нафиг, как коняка. Офигеть, это тебе Ямаха, сынок, это тебе не кукры-мукры. Да? Охренеть просто. Ну-ка, да, я катушку с вами попробую. О, надо охладиться. Так, вот наш лагерь. Стоим на острове Вороний. Погода шепчет. Я уже потерял Миниковского Даню. Да, ничего нельзя мне доверять. Тёма опять что-то там залипает. Я чуть не по писюрику за субботу. Да, кстати, я... кстати, кстати. А мы сегодня уже... Вон Миник. А вот Крюха. Моя золотая. А вон и Миник. Тём, посмотри, пожалуйста, что он там? Не потонул, я просто Миник хочу заснять. В общем, остров Вороний. Вот там вот, где заканчиваются деревья, это уже другой берег. Вот там он тоже заканчивается. И вот там вдалеке он тоже заканчивается. Короче, остров маленький, вытянутый. Погода просто наилучшая. Лепота. Ни дождя, ни ветра, жара стоит, купаемся. Единственное, непонятно, зачем люди приезжают на природу, чтобы всю ночь слушать музыку какую-нибудь. Дун-дун-дун-дун. И так далее. Не дают спать. Спали 3 часа всего лишь. А так вот такая красота здесь. Да, мы, кстати, не одни. С нами бультельер. Вот бультельер. Батарейка у нее сегодня села. Первый раз такое вижу. Да, Гучка? Ути, боже мой. Ну а вон и едет делец. Который все это и устроил. Хватит тут волну нам нагонять. Иди к своим. Привет, Алинка. Кто приехал? Да, охотник. Так, ты уже магнит это самое как его? Магнит уже насилуешь? Эксплуатируешь? Да, ему только дай. Давай, говорит, я, говорит, сейчас, говорит, покидаю, говорит, тебя. Оставь, он маму приехала, 3 дня не видел, ну.
Конечно. Это у нас X-River Bot 355. Живешь тут как пират на острове. С Эва ковриком. Давай, Викулёс, не стой. Вику, обнимай скорее твою сестренку. Твою сестренку-то, Дань. Дань. Одичал. Совсем одичал. Целуй сестренку. Тебе подарок вон привезли. Ну вот, слава тебе, Господи. Мась, тебе надо растопить его этот. Лёд. Так, это у нас у мини-толика катер «Прогресс». Фанерочка. Фанерочка. Все по красоте. Сидушечки вроде как поворачиваются. Покрашено все по уму. Трюм. Все по красоте. А мы пока на ПВХ ходим. Все, ходим и ходим. Красота-то какая, лепота. Сашка, пройди вот здесь на всем ходу, по а мне, мы заснимем. По мне не холодно, па. Па, я намок, мне не холодно. Ладно, подожди, подожди. Дань, не подходи. Вика, отойди. Саш, на полном ходу пройди вот здесь. Вот. Просто мы тебя заснимем. Посмотрим. Что ты умеешь, могешь. Ну, смотри, как шлепал, смотри. Это десантка у него. Десантная лодка. Блин, она такая резкая, Алин, я попробовал, я очень тяжело на самом деле. Я привык сесть там за руль уходить, так, как на машине. А то ее чуть-чуть поворачиваешь, Алин, она просто как жук меняет направление. Ну, это надо уметь. Резко очень. Метров 40 он идет, Алин. Yeah.
ребята с раздолями, смотри. Слушай, смотри, все не колбасит, как молока, что обычно на волне. Она это длинная. Сейчас черпанем. Сань, справа, смотри. Догоним ее. Дальше обходим ее нафиг. Интересная коряга. Что-то на камере выглядит, как будто до него полкилометра, она вон рядом. Пойдем вот там островок посмотрим. Песчаный островок. Сань, прямо. Я вижу, вижу. Прям пески, пески. Че, какой прикол на солнце стоять вот это? Не понимаю. Сань. Я вижу. А вот и наш островок. Так, туда не ходи. Я что думаю, нам-то по сути дровать. Я его видела. Обедуем. Так, надо тарелку. Вот когда ты тарелку будешь подожди. Обедом, то тогда ты будешь. Это что за фигня? Это не фигня, это камера. Что кривляешься? Я смотрю, радиопомеха достойная. Мина растет. Мистер Икс, просыпайтесь. Тёмыч, мы решили съездить по островам. Вот, и тебя, короче, это самое. Оставляем за старшего. А завтра тебя повезем. На прогрессе. Давай. Не надо. Гучка.
Ты чего? Ты чего? Не надо ее толкать только. Не толкай. Что такое? Что такое? Попугалась. Все, все. Уплывают. А это вот X-Riverbot стоит. Дама с собачкой. Козырь в рукаве. Сам-то успеешь запрыгнуть? Успеешь. Куда ты вверх? Надежда Юрьевна, давай, засни его, я там идет. Сейчас подожди, спасу. Да. Ой, началось колхозе утро. Я он тебя зажоп утром укусит, вот я посмотрю, как ты будешь материться. Люк, Санек, он не рассчитан на такое. Да я же уход. Оп! Извините. Все, идем с уважением от дирекции. Красота. Друг Данька зовут, он сегодня перебрал. А кепку, а это, тяни ему. Я ему говорил, ты говорил, после завтрака не пей сразу. Да что, Боба? Саша, тяни ему шапку. А второй клиент? Да, баба. Держи. Чем вам пофигу? Музыка, не музыка. Счастливые люди. Не то, что у меня нервная система, скорее всего. Просто, знаешь, а у нас все время. У нас все время же море. Поэтому они просто все заползают просто куда-то в щели, просто забиваются, там спят, потом выходят. В щели забиваются. Так, у нас сильно тратит взяли. Чей-то дом. И стая собак охраняет остров. Смотрел мультик тебя? Нет. Там тоже охраняли собаки. Thank you.
кипарик, а то он сейчас... Так я его вот так вот держу, когда мы едем. Кипарик слетает. Так я тебе говорю, я вот держу. Есть платок, одень ему платок. Санёк, одень ему платочку. Вот такой остров с песками. Гучи, куда пошла? Иди сюда. О, счастье сколько. А вон тот остров, на котором мы стоим. Иваньковское водохранилище. Там дубна. Класс. Гучи, иди сюда. Пойдем. Поплыли. Так, наступил вечер. Жжем печь. Щипа. Жжем документы, пожалуйста, зафиксируй. Архитектор Даня, короче, тебе с каждым листком... Да не дай боже. Сжигает, видишь, улики сжигает. Улики сжигает, да. А тут понимаешь, в чем прикол? Дай-ка я на камеру скажу. Ты когда пачки бросаешь, они могут не догореть, остаться. А потом кто-нибудь прочитает. Типунки! А Даня по одному, я его научил, скомкал, чтобы он напитался кислородом, набрал в себя. Жуть-то какая. Санек. Да. Можно сказать, отмазываемся. Тихонечко, на отдыхе. Полезно с приятным делаем. Ха-ха-ха-ха-ха. Это у нас стояночка. Улыбаемся и машем. Будьте на Ютубе. Вот Данька молодец. Вика. Что такое? О, вот наш остров. Вон палатка Димона. Он же Мини-Толик, он же Гоша, он же Гога. Шутка. Просто Мини-Толик. Хорошая такая кемпинговая палатка. На острове все палатки Декатлон. 90%. Тамбур он такой огромный, готовить можно. Даже я в полный рост. Единственное, что мне не понравилось, вот эти вот, которые спальные места, они немножечко маленькие. На двоих, узковатые. Даже не то, что узковатые. Жилище для нормальных пацанов. Да, даже не то, что узковатые, а то, что тот, кто спит вот здесь, вот в правой части, он, получается, спит прям под пленкой. А дышит, что пленка. Спит вот там, вообще все пофигу. Что там, жилище нормальных пацанов? Абсолютно. Вот там? Да. Сейчас пойду проверю. А вот жилище нормальных пацанов. Здесь Тёма живет. Залазит он в гамак и в гамаке ночует. А это наш вид нашего офиса текущего. Да. А давай поход в ноги. Чего? Поход в ноги давай сделаем. Проход в ноги? Да. Вик, покажи, как это делать. Ничего себе. Покажи. Давай. Опа. Проход в ноги. О,
опа! Понял, Морозов, дело твое живет. Опа! Да кто тут проход ноги мне делает, а? Кто тут не проход ноги делает? Все, больше никаких проходов. Опа! Проход в ноги обеспечен. Гамак пойдешь валяться? А давайте. Все, гамак, будешь гамак? Лепота. Вот наш остров. Вон там вода уже начинается. И вот здесь вода начинается. Вот там за деревьями остров заканчивается. И вот здесь омывается полностью водой. Минтолик говорит, что этот остров называется Вороний. А я не знаю, как он называется. На карте этого названия не нашел. Ну и да бог с ним. Вороний, значит, Вороний. Нам очень нравится. Опа, ой, ой, опа. Проход в ноги. Так, все, проход в ноги. Полигонил такой вообще, да? Закрыть. Опа, проспустил одного. Все. А есть? А вот пошла жара. По отсутствующим просьбам. Вик, бери курицу и ешь. По несуществующим заявкам производит несанкционированную съемку. Ребята, кушайте. На природе надо много кушать. Потому что организм требует калорий. Александр, я не вижу тебя живущим. В чем проблема? Вот как. Можете нас... казачками вот перемкнуть нас... разок? Нет, мне проход в ноги сделали, спасибо. Проход в ноги? Ну да, это легенда теперь. Давай, давай, лопай. Проход в ноги, это, ну-ка, Дань, в прямом смысле слова, это как? Проход в ноги, как этот прием делается, ну-ка. Давай. Опа, проход в ноги. Смотри. Опа, еще один. Ой. Вообще его надо с ног еще свалить в конце. Нет, проход в ноги, это проход в ноги, а это, нет, сва... это проход в ноги с броском. Ты давай не придумывай, слышишь, новые приемы нам. Вот наш лагерёчек. Наши катерочки стоят. Музычка играет. Пати-бокс нам поет. Река, красота. Настроение прекрасное. Где катера, у нас закат. Точнее, вот это у нас закат. А где катера, будет рассвет. Ну, хотите, можем принести сейчас волшебное стол. Место. Ну ладно. Давай. А зато с видом посидим по-любому. Да мы ж не чисто за столом сидим. Можно отсюда покушать, а там пойти кушать. А потом можно пойти, поставить сюда столик, в это прекрасное место. И уже, наблюдая за закатом, допивать последнюю водку и не думать о завтрашнем дне. Вот такие, друзья, дела. Хорошо. У нас на самом деле команда супер была, в плане того, что роли такие разноплановые. Почему была? На сплаве я имею, про сплав. А я думал, все, в конце водку допили, да, подрались, я, разругались. Я регулярно исполнял роль, называется финишер. Финишер, фантазер, ёпта, финишер. Покупаешь в телефоне. Ладно, посмотрим, что, как вы там. Я прошу сеть, господа, без согласования не укладывайте там. Александр, да будет свет, сказал монтёр. И что-то там... Протёр.
А? Красота! Ляпота-то какая! А, да! Вспоминает скержень. Помнишь, мы тоже стояли на острове. Большая Волга была видна, корабли были видны. Нет, то скержень. Здесь то, блин, Волга. Мне кажется, куда ни плюнь, все красиво. Где охотник? Просто нирвана, просто. Созерцать. Еще и попали в солнцестояние, когда вообще ночи практически нету. Блин, всю ночь вот так лежи, любуйся. Да, в 3 часа читать уже можно было. Да уже как бы в 2 было светло, а в 3 уже фонарь выключили, он не нужен был. Вот мы должны, я имею в виду человечество, учиться гармонично жить с природой. А что мы видим, делают условно у нас в крупных городах? Все закатывается в бетон, 25 этажей, стеклянные... Не, нифига, я считаю, что это от людей зависит. Здания, окна и так далее, это же ужас. Те, кто хочет, они ищут возможность как-то выбраться из этих джунглей. А кто-то говорит, о, я не могу, у меня то, у меня все. А что мешает? Гучка, привет. Вторую ночь опять спали плохо, потому что всякие тут, вон там, синие палатки, я не знаю, как их назвать, говорят, вот алкаши, поехали ночью куда-то на лодке, Гучка тут всех гоняла. А еще потом птицы приехали, солнце встало. Приехали птицы, начали долбить вот это вот дерево, дятлы, встало солнце, какая-то жуть. От солнца вот повесили защиту. Называем это дымовая завеса. Вот так вот, хоп. И палаточка уже защищена от солнца тентом. Не вся, конечно, но значительная часть. Солнце на палатку не попадает, и в ней более-менее хотя бы становится. А Гуча вездесущая, вездесущая. Она со всех сторон атакует эту палатку. То с этой стороны, то с той стороны. Вот тамбур, шмурдяк. Жуть какая-то. А это наш берег. Можно сказать, в личном пользовании. Тёма, говорит, долгосрочную аренду взял. Выспаться бы еще. Я так понял, этот товарищ вчера с разгона запарковался? Нет, это мы затягивали. Уехал он нормально. Водичка прозрачная. А вон там вдали, не знаю, на камеру видно, не видно, трубы Конаковской ГЭС. ГРЭС. Вот они. Вот. Ночью красиво светится. И вот с той стороны снова вода. Тёма, что это такое? В основном я завтра делаю себе сама. Да, сковородка, конечно, огонь. Ну или повар рукожоп. Подожди, подожди, подожди. Там муха у тебя лежит. Ого! Ничего себе! Какой ты, Даня, молодец! Спасибо. Надо мне их куда-то поставить. Ну поставь куда-нибудь. Ну поставь куда. Надо сюда. Тебе нравится? Да! Это где мы с тобой? Как река называется? Как называется река? Вот где мы купаемся, как называется? Лика! Какая? Как она называется? Лика! Называется она... Там...
Заходим. Это река Волга, Иваньковское водохранилище, понял? А здесь много кораблей утонуло? Нет. Ну, один на гриб. Так. Вот так и я утонула. Держи в руке, просто в руке держи, вот так ровно держи. Давай. Раз, два, три. Нормально? А? Данька, нормально? Да. Еще будешь? Да, конечно. Только не отпускай, держи. А? Сейчас будем делать вертушку. Полетели! Еще разок? Да! Давай. Так, вот мы, получается, стоим на острове Вороний, Иваньковское водохранилище, река Волга, между Дубной и Конаково, ближе к Конаково. Вот, торчат трубы Конаковской ГРЭС, строго вот здесь по курсу, вот так вот. Это у нас молодой, харизматичный, атлетичный Данька. Берет в руки камеру. Ла-ла-ла! Уплавала. Не трогай здесь экран. Раз, два, три. Годзилла выходит на охоту. На глубину не ходить. А? На глубину не ходить. Так, сейчас я пойду камеру положу. Иди сюда. И туда без меня не ходи глубоко. Понял? Айюрэди. Туда-туда. Пойди в ноги. Туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. Сказал архитектор, у меня ощущение, что я тяну большую рыбу. Почему-то не нравится. Пока, поход в ноги. Так вот, ноги. Выключай. Даже просыпайся. О, дай, иди, ходи с ним, папа. Тут секрет, вот все. Даня. Давай папку снимать, а? А это не снималка. Даня. Я сотовое снимаю. Даня. Сниму бога собаку. Гуча, вот Гуча. Гуча. Снимаем Гучу. Сколько времени прошло съемки? Ну смотри, что там написано-то. Вот сверху сколько? 30 секунд. Давай. Заканчивай. Все ему воды. Моя. А пап такой был смешной. Да? Ну, пьем какого. Да.
мешай, не мешай. Так, ну вот, значит, лодка Rocky, лодка X-River Boat Rocky 355, считай 360, надувное дно высокого давления, не низкого, высокого давления, аэрдек. Она очень килеватая, это удобно в плане того, что она классно режет волну, конечно, не жесткий корпус и не рип, но так или иначе лучше, чем просто стандартная ПВХ-шка. И вот ноги внизу имеют дополнительное место в плане высоты для того, чтобы их было удобно поставить. В общем, мне нравится. Yamaha 9.9 вроде как раздушенная до 15 лошадиных сил. С полтычка. Не держусь, не знаю как. X-River Boat Rocky 355, надувное дно, аэрдек высокого давления и Yamaha 9.9 в одного. Приехали. Ой,
вылез. Слава тебе, Господи. Сейчас надо будет приподнять мотор, чтобы он не набирал песка. Но одного везет вообще страшно. Просто страшно. На, иди, держи камеру. А ты тормози, Тёма, брось. Держи, возьми. Просто перед собой держи, не дергай, не дергай. Не дергай, давай. Раз, два, три. Ну, молодец, чемпион, чемпион, все. Чемпион, 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 молодец. Смотри, не потони, чемпион. Да, на глубину не ходи. Сейчас, держи на себя вот так. Держи, давай. Раз, Вик, отойди. Отплыви. Подальше, подальше. Раз. Подальше. Два. Человек, который действительно вот, ну, учит детей. Вот они вот такой нужен, понимаешь? Так, вот наше все барахло. Живем как в московской квартире. С газом, с бензином, с палаткой, со всеми делами. Погода шепчет. Опять ни одного облака. Жара стоит лютая. Новые соседи приехали. Камера. Видео, да. Гуччи! Хватит там ругаться на всех, прокурор. Красота. Страшная сила. Красота. Палатка местного смотрящего за островом Вороний. Мини-толик. Кичуа. Вот такой гигантский тамбур. Можно даже в рост встать в полный.
Два спальных места слева, два спальных места справа. Ткань такая популярная среди палаток, дышащая. Хорошая палатка. Ночевали здесь одну ночь, когда нам не давали спать соседи, когда мы вот здесь вот стали. Ну вот, все палатки снялись, все лагеря снялись. Мы одни на острове, получается, остались практически. Ну и там он лагерь приехал. И здесь он. Новые гости, соседи. Финальными минутами спокойствия, уединения на острове и так далее. Будь наша воля, конечно, бы остались бы еще на неделю. Быстро, отзыв, отзыв об этом отеле. Отличный отель. 5 звезд. Да. Только... Как раз да, на Ул-Инклюзив живете. До свидания. Тест матраса от Декатлона. Кто собака бешеная? Кто? А вон мячик. Сейчас он тебе принесет его, чтобы... Кто такой? Где твой мячик, бычка? Я бы сказал наклониться вперед. Вот так вот троих груженных тянет лодочка. И никого, смотри, никого.
понаехали. На какой только хрени люди не катаются. Так, Зай, где мой портфель? Вот. Думаешь, там Эва с той стороны подсохнет? Другой. Бак тогда там золотой. А где мой портфель? Гуч. Гуч.
Гучка, кто приехал? Стой! Иди сюда! Папа приехал! Маша! Сиди! Алю, мы сейчас лодку туда подтянем. Ты сможешь, ты сама, как синий тент, тянуть сначала сюда? А потом зеленый подправить. Так, что мне делать? Поднимай? Да. Давай. Бури вот такой. Знаешь, да вот здесь вот. Где пологий вход. Ну достаточно. Грязь-то видна.